Всех приветствую. Вообще-то собирался снимать набережную, но вот увидел, как началось буйное такое вот не цветение, пока только распускание листвы. И решил начать со двора. Вот. Не все кустики, но вот уже почему-то резко-резко. Мы просто не так давно обрезали глицинию здесь вот и стоял рядышком. Наблюдал всю картину. Почки были, но еще листиков не было. А сейчас вот очень много листвы. Думаете, весна? Не знаю. Пойдемте, прогуляемся немножечко. Я, так сказать, остыну. Малость уже, что-то как-то день не задался с утреца. То все. Позвонили газовые службы. Проверять оборудование газовое. Не так давно нас заставили перезаключать договора. Не знаю, что изменилось. Перезаключили, просто денег доплатили и все. Вот. Сейчас надо перепроверять. Проверяли в ноябре, проверяли в декабре. Я не знаю, что там проверять-то уже. Ну, надо так надо, как говорится. Говорит, по новому договору надо перепроверить. А что изменилось по новому договору? Я не понимаю. Предлагаю немножечко прогуляться по набережной. Посмотреть, что да как. Ну, этот ролик выйдет. Ну, я не знаю, где он выйдет. Наверное, Лазаревская все-все-все. А на основном уже сделаю дневной обзор с замером температуры воды. Вот так вот. Слышите? Это птички. Это они чирикают. Я, правда, не знаю, какие птички именно. Может быть, воробьи. А может и нет. По-прежнему все такое серо-матовое. Слышите, что я говорю уже? Серо-матовое такое, непонятного тонов. Но теоретически возможно, что будет сегодня неплохой закат. Но это, правда, теоретически больше. И при условии, что останется все так же, как сейчас. Я имею в виду над горизонтом, видите? Горизонт, точнее, весь чистый. А вот тучки летают над морем. И если солнце пойдет, оно пойдет, будет опускаться, то есть вариант нам увидеть закат. Хотя не уверен, что я окажусь в нужное время в нужном месте. Не факт. Итак, набережная центральная, Лазаревская. Не скажу, что много, но, как видите, народ гуляет. Все, кто подписан на Дзен канал, Лазаревская, все-все-все видели сегодняшнюю прогулку. Точнее, не сегодняшняя, прогулка была летняя, но прогулка как раз по этим местам, но в ясный солнечный денек. Не то, что сейчас. Зато почувствуйте, как говорится, разницу. Даже цвета совсем другие. В парке по-прежнему что-то там делают. Ну, что-то там, не что-то там, а конкретно мы знаем, что брусчатку меняют. Фонари меняют. В принципе, эти тоже, которые стояли, я имею в виду, они неплохие фонари. Такие вот с шариками наверху. В роликах вы их можете увидеть. Как бы со своей функцией они справлялись. Но, видимо, хотят сделать, чтобы было все однообразно. Поэтому там по всему парку новые будут ставить. Я так понял. Судя по тому, что там везде вырыли траншейки такие маленькие. Не знаю, как сейчас, но дельфинарий работал. В зимний период работал. Сейчас, возможно, нет. Требуются мастера по плетению косичек. Это целые мастера по плетению косичек требуются народу. Не хухры-мухры. Где обучают такой специальности мастер по плетению косичек? Я, может быть, тоже бы пошел бы отучился. Да и дома буду сидеть, косички плести. Собак бежит. Домашний собак.
Ну, судя по всему, добрый, хвостиком виляет. Не стал меня съедать. Наверное, охраняет хозяев. Не знаю. Ну, эту картинку вы сегодня уже видели. Тут, как говорится, ничего не поменялось. Ну, разве что собак пришел. Радостный такой что-то. Ну, что-то под ногами ты мне не идешь, а? Ну, мешаешь же. Улица Павлова. Ну и перед нами вся набережная. По которой мы и потопаем. А вот обратно, как я потопаю, я еще не знаю. Еще не решил. Наверное, опять так же окольными тропами. В районе улицы там где-нибудь Бирюзовой пройдусь. Посмотрим. Но это уже будет другой ролик совершенно. Другой. Ну что, народ гуляет. Гуляет. Вилли пока не приехал. Пляжный дом пустой. Скучает. Все готовятся к сезону. Кавказ тоже, видите. Проводят какую-то реконструкцию, козырьки это или что это. А, наверное, я не знаю, машина сзади едет. Уберусь. Ну, в общем, все готовятся. О, а там в районе, ну, за Туапсе точно. Там хорошо, там солнышко вышло. Не то чтобы прям вообще-вообще, но видно, что берег освещен. Везет им. Но у нас пока пасмурно. Тут что-то какое-то невзрачное. Как-то так. Не по центральной набережной, да? Центральная набережная должна быть распрекрасная. Раскрасивая. Но пока ее не реставрируют почему-то. А в Сочи реставрируют. Поэтому немножечко даже и обидно. Что, предлагаю вам прогуляться по камешкам, если хотите. Хотя можем и не по камешкам. Там опять кто-то чаек кормит. Летает дружной толпой. Дерутся за еду. Давайте сейчас все равно следующий ролик будет у моря. В районе Гренады, как я уже говорил. Спортивная. А с Челентана что-то стало не так. Его явно перевернули, видите, вверх ногами. Ну, видимо, после шторма века пришлось сделать какую-то там реконструкцию небольшую. И восстанавливать ролл-ставни. Голуби жирные, упитанные. Скоро будем у вас есть. Скоро сезон. Пойдете за куропаток. Только так. Ну, а я заскочу. Точнее, не заскочу. Подойду поближе, посмотрю температурку воздуха. Как-никак этот ролик будет приравниваться к дневному обзору. В районе 13 градусов тепла. Нынче в Лазаревском. Балясины возвращаются. Где-то как какие-то зубы вставили, знаете, другого цвета чуть-чуть. Где-то полностью в ряд заменили. Вот такие дела.
восстанавливают. Маяк пока не пойду. Там пока еще вид не такой, какой бы хотелось показывать. Еще только идут подготовительные. Да еще, даже еще, наверное, подготовительные-то не идут. Подготовительные вот здесь вот идут. Вот. Уже видите, уже верхнюю часть ставят. Все будет как новенькое. Да не как новенькое, а новенькое будет. Нужно только немножечко подождать. Да и не лето еще. Не лето. О, этот певец такой есть. Улица Ушакова. Детвора гуляет. Болгарки, либо что-то там, я не знаю, может быть, перфоратор. Работают. Ну, а я буду заканчивать этот ролик, и мы пойдем с вами снимать другой. На причал Гренады. Дневной обзор для канала Лазерская сегодня с замером температуры морской. Вам, как говорится, на память. Ну, либо для информации. Так, у меня что-то там телефон зазвенел опять, как всегда, когда я близко подхожу. Нет, это раз МТС. Опять уже телефон там плохо видно. О, приветствую. Завен гуляет тут. Так, тут проход причала Гренада закрыт, но мы обойдем, там можно. Всем доброе утро. Какое утро? Добрый день. Вот такое вот море сегодня. А я пошел замерять температуру морской воды. Всем пока.